Значит, я как туляк, я люблю свой город, вы поверьте, и не хочу, ну, портить его, ну, как сказать-то, все-таки, чтобы не было стыдно потом за то, что ты построил. Как многие строители строят в Туле, которым не стыдно. Выкорчивать этот парк, чертовой матери, который там со шприцами, с бутылками и так далее, посадить нормальные молодые деревья. А сейчас что мешает? Мне сейчас ничего не мешает. Почему-то все жители говорят, что я хочу фруктовый сад разрушить. Да я не хочу его. Он сам разрушит себя, понимаете? Там, ну, черти чего творится. Я говорю, давайте... Не надо. Нормальном состоянии. Бремя содержания своего имущества лежит на собственнике, а вы его не содержите в нормальном состоянии. Я его забил, устает пустой. Вы приведите в порядок. Это вы на себе очень много обязаны. Забор поставить. Ну, машины здесь стоят вот здесь. Еще один вопрос. Если действительно, если у вас, если он вам не нужен, мы готовы, так сказать, выкупить его. Вот это правильно. Вот это было бы очень здорово. Владимир Сергеевич, мы все усилия приложим своими руками привести в порядок. То есть своими руками. Наши внуки живут тут, наши дети. Ну, не так, чтобы наши дома трещали под этими ямами. Это лучший вариант. Конечно, лучший вариант. Рядом школа находится. Конечно. Но не любыми мерами. Конечно. Просто вы должны тоже четко понимать. Спасибо вам, Владимир Сергеевич. По сути, это точечный застройщик. По сути. Понимаете? То, что мы не совсем, Владимир Сергеевич. Реконструкция с расширением. По нашим правилам, по градостроительному кодексу, вы могли получить увеличение площади в 1,6 раз. То есть вместо 900 метров 1500, мы вам дали так, 2500 метров. А вам все мало. Мне не мало. Жадность порождает бедность. Договаривайтесь с жителями, приводите нормальных архитекторов, показывайте, что вы будете делать. И тогда, если жители поддержат вас, значит, мы поддержим жителей. Еще раз повторю, мы в строительстве заинтересованы, но не любым. Не любым, а здесь никто... Ну все, хорошего. Спасибо.